Всем привет! Сегодня вот вечерний тест. Объектив стоял на улице где-то часа 3. Объектив у нас MSM-TO 11 SA. И проверяем, как его пережало. Здесь у нас навигационный, ну или как навигационный, ограничительные огни на трим в паузе. И судя по их картине, видно, как они троят. То есть звезд у нас, конечно, не достать сейчас, но в целом по этой картинке видно, как у нас все плохо. Сейчас попробую навестись более точно фокус. Тут ясно видно, что троит. Сейчас вот. Да, это я снимаю видео специально перед тем, как буду делать мойку и немного юстировку этого объектива, чтобы посмотреть, что он у нас покажет после мойки и после того, как мы снимем сжатие всего. Так, попробую в нефокальные картины посмотреть. Да, тут у нас, блин, не очень получится, потому что это кстати, для справки, тут видно, что происходит в окнах этого ЖК. Люди там вот ходят. То есть фокус на где-то 5400 миллиметров. Так. Наведемся на это и посмотрим, какие у нас нефокальные отверстия. Ой, картины будут. Искусственной звезды, конечно, не добьешься сейчас. Да. Посмотрим в другую сторону. Да, это все-таки большая. Во. Деформация. Ну, конечно, ветки видны тоже.
И в целом картина не очень радостная. Что я вернул его как было. Да, искусственные звезды тут не дойти, конечно. Потому что слезлик поймет какой-нибудь. Картинка, конечно, не претендует на достоверность, но что какие-то страшные виды. Еще раз наведемся на Triumph Palace. Но все равно картинки мне, конечно, такие не нравятся. Непонятно чего. И очень размыто. На следующий тест дома будет по искусственной звезде. Всем спасибо. И снова здравствуйте. Вот я еще раз пытаюсь записать видео тестом по звезде искусственной из оптоволокна. В предыдущих видео я записывал на улицу, просто тест был, пока у меня звезды не было. Сейчас я все-таки решил сделать тест. То есть более навороченную камеру, которая цифровой зум. Сейчас он установлен у нас двухкратный. То есть реально поле зрения объектива, который у меня сейчас смотрит искусственную звезду, вот такое. Ну, я сделал двухкратный зум, но дальше поиграем. Сейчас я выключу в той комнате свет, куда смотрит у меня камера. И посмотрим, что будет. Также у меня здесь плюс большой, что сделал я зум, управляющийся от шевиговика. То есть вибрации будет влияние минимальное. Да, вот она так сейчас выглядит, звезда. Так, сделаем цифровой зум двухкратный. Так, экспозицию. Одна тридцатая. Так. Ну-ка попробуем с накоплением.
Разницы особо не вижу. Так, сейчас пытаемся более точно навестись на фокус. Нет. Так, сейчас попробую поднастроить экспозицию. Чтобы была минимальная чувствительность. Ну, типа вот так вот. В фокусе. Так, сейчас попробуем увеличить изображение еще больше. Ну да, у меня прям видно трехгранная звезда. Пробуем со светонакоплением. Картинка, короче, страшная. Так, теперь делаем. А, вот, все страшно. Весь этот страх идет. Так, попробуем сейчас шумоподавление включить. Так вот, в черно-белом режиме, в цветном режиме. Особо не видно. Попробую навести сейчас в центр поля зрения. Да, видно, просвечивает как изнутри. Так, теперь крутим. Да, и вот такая красота получается. Так, цифровой зум, я думаю, можно тут убрать. У нас там двухкратный. Так, и поиграем чувствительностью. Ну, вот такая вот картинка. И теперь крутим в обратную сторону. Да, тут идет накопление света, поэтому такой эффект. То мы крутим в обратную сторону, в сторону уменьшения фокусного расстояния. Ой, не фокусного расстояния, а дистанции фокусировки.
Да, уменьшаем дистанцию фокусировки, то есть фокус уходит от объекта. Ну, вот такая вот картинка. И видите, как тут реал-тайм идет тепловые потоки от руки, от пальца. Опять возвращаемся в фокус. Ну, видно, что круги неровные. Да, тут накопление света не работает. Хоть чуть-чуть, но надо поднять усиление. Ну вот такая картинка. Так, давайте еще раз в обратную сторону. Ну вот такое изображение с другой стороны. Ну, всем спасибо, кто досмотрел. Теперь можно со спокойной душой отправлять оптику в мойку. И попробую разжать все зеркала и посмотреть, что получится.